Дашка Пиписька супер щедро сегодня набухала меня, поддержала стрим. Спасибо ей отдельное за это. Алекс Найтмар купил огромный изорум, чтобы что? Чтобы снимать видосы снаружи этого ебаного, блядь, огромного изорума. Блядь, ты же, ты нахуя, блядь. Может он специально будет типа как обзор комнаты делать? Зачем у тебя, то есть у тебя есть прямо за твоей спиной комната с идеальными акустическими условиями. Нахуй ты снимаешь, блядь, снаружи. Ёбаный в рот. Ладно, там вентиляция, там... Господи, блядь. Ладно, все, все, спокойно, спокойно. Всем привет, и девайс, про который я сегодня хотел вам рассказать. Это я... Сталин 3000 ждал в районе полугода. Дело в том, что их все раскупили, а из-за пандемии у всех были проблемы с поставками. Сталин 3000. ставками. Их просто негде было купить. Я в Москве, наверное, только где-то в нескольких магазинах видел, оставались пару штук. И то с какой-то неадекватной наценкой, и они стоили где-то раза в полтора-два дороже, чем на самом деле они должны стоить. И вот спустя полгода, как я сделал заказ в одном из магазинов, Это Сталин каким-то чудом, то ли где-то они его нашли на каких-то складах, то ли откуда-то привезли, но в общем один все-таки я выцепил. Я очень надеюсь, что все-таки их еще завезут, когда проблема с коронавирусом разрешится, и что я все-таки не зря этот обзор снимаю. Речь сегодня пойдет о девайсе под названием DBX 286 это микрофонный предусилитель и процессор. Что это такое, зачем оно нужно и чем оно отличается от других похожих моделей? Дело в том, что микрофоны, как правило, имеют довольно слабый и тихий сигнал, в особенности динамические микрофоны. В современных звуковых картах есть специальные встроенные преампы, которые позволяют разогнать микрофон до нужного уровня. Но такого хорошего результата, как специальные преампы, они все-таки не дают. Если, например, вы подключите какой-нибудь шур SM7B динамический микрофон к вашей звуковой карте, вы просто офигеете от того, насколько он. У него что, дверь внутрь, что ли, я не пойму, что за бред, Если вы будете разгонять его искусственно встроенным преампом, либо какими-то плагинами, Или она так выглядит странно Именно такая эту проблему. ваш микрофон без добавления шумов и всяких искажений звука. Чем еще отличается от других, например, же потому что там есть множество разных моделей. Дело в том, что есть другие DBX, которые не являются преампами, а это, например, какой-нибудь двухполосный компрессор, который позволяет подключить два микрофона и применять к ним компрессию. Либо это какие-то просто процессоры, которые. Знаете, почему у него вены вздуты на руках? Спросите, у вас, блядь. Тоже позволяет, как и вот это добавить там DS, какой-нибудь гейт и прочее. Основная фишка модели 286S, что это одновременно и предусиливает и процессор. И прикол в том, что аналогов за такую же цену просто нет. За эти полгода, пока я его ждал, я искал, я смотрел, нету девайсов, которые бы стоили примерно таких денег, которые бы сочетали в себе предусилитель и процессор. Если сами прям еще понятно, то зачем нужно все остальное? Об этом мы чуть подробнее еще поговорим. Я покажу, что из этого что вообще делает. Но если коротко, то здесь у нас есть встроенная компрессия, диесер, энхансер и гейт. Это очень удобно, это решает много проблем, это позволяет обрабатывать ваш сигнал без использования VST-плагинов и просто подключая микрофон к звуковой карте. Кстати, вы уже получите готовый плотный хороший звук с микрофона. Ну хуя! И будете сидеть как диктор, и вам даже ничего не надо делать, никаких плагинов вешать, ничего никак обрабатывать, потому что все это делает вот эта штука. Нахуя, если можно все сделать плагинами один раз в жизни. Рок идет, соответственно, сам прям, крепление и кабель питания. Короче, блядь, для гасиков. Он от Леоса заразился этой хуйней, скупать всякую никчемную ненужную поебень, блядь. Пучек слор кабеля, вы подключаете к нему ваш микрофон. Это может быть динамический микрофон или конденсаторный. Тут есть фантомное питание для конденсаторных микрофонов. Потом он 100 объективов купит, блядь, миллиард процессоров, струны все поменяют, все микрофоны на барабанах перевешивает, а песни так и будут. Уже с помощью выхода этого компрессора обычный кабель джек-джек вы втыкаете в вашу звуковую карту. Кабель в комплекте никаких нет. Ты букву А вот так вот возьми, ножки снизу как бы, а треугольничек вот здесь. И вот так вот как бы ее вот эту колбасу вот выдави вот из себя как бы вот буквой А. Идет, но XLR Тогда думаю, сразу как есть, бы, как но обычный это... джек для коммутации вы можете заказать, например, в магазине струнки.ру. У них помимо струн для инструментов есть огромное количество всяких разных штук, в том числе и недорогие кабели. И вот от них мне приехала, соответственно, посылочка. Они все очень быстро высылают, все очень быстро к вам приезжает. Давайте распакуем, посмотрим, что у нас внутри. Ну, в принципе, будет достаточно вот такого пач кабеля обычного. Но если вы не собираетесь ставить его куда-то очень далеко от звуковой карты. В этом случае надо просто обычный джек взять. Заебись кабель, блядь, конечно. Пиписюлечку такую маленькую. Подлиннее. Положение. Как обычно, они кладутся даже в уже по традиции. И заказал я еще себе сразу струнки на акустическую гитару. Очень оперативно ребята работают, очень быстро все отправляют. Огромный ассортимент, поэтому обязательно приходите на их сайт по ссылке в описании и выбирайте что-то себе. Ну таким образом я подключаю микрофон по XLR кабелю к преампу, и от него М -м, с помощью. Хуенная удовольствия... реклама, блядь, 18 просмотров. Джека, я втыкаюсь в свою звуковую карту. Ну и соответственно, вот у меня в студии подключен DBX. Кстати, зацените, я из браслетов сделал такую временную подставку, чтобы он здесь плотно стоял. Потому что он у меня здесь стоит. И в таком тестовом режиме скоро я немножко модернизирую свой стол, и тогда все будет удобно и классно. А пока я тестирую вот таким вот образом, он у меня просто лежит сверху на подставке от монитора. Ну и вот, соответственно, у нас есть дорожка с голосом. Вы сейчас меня слышите уже с использованием всей обработки DBX. -а. И давайте смотреть, что он вообще умеет. Ну и первый раздел это микрофонный предусилитель. Он же прям первая крутилка, соответственно, регулирует количество усиления. Если его... Вообще... Очередной человек, попавший в ловушку Фреда, блять. Убрать, то вы не будете практически меня слышать. Я... Здесь есть специальный индикатор, и нужно следить, чтобы вот этот красный огонек клип не загрался, иначе он будет клипироваться. Если я, например, сделаю вот так. Далее, соответственно, у нас кнопка включения и выключения фантомного питания. И хайпас фильтр. Что он делает? Сейчас хайпас фильтр выключен, вы видите открытый эквалайзер, и если я его нажму, то вы увидите вот это. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее мы видим кнопку процесса. Странная хуйня, что хайпас срезает, типа, блядь, низы, как-то что-то название. Я бы назвал это лоу блядь. Зачем они написали хайпас, блядь? Как тут, блядь мозгоебство какое-то. Назовите это low cut просто, всем понятно, отрезать низы. Байпас, что это такое? Она отключает всю дальнейшую обработку, которая есть на DBX. То есть это компрессия, диесер, инхансер и гейт. Допустим, я захочу понятно. записать вистл, я не захочу, чтобы к нему применялась компрессия, инхансер, а захочу получить тот чистый сигнал, который изначально запишет микрофон. Соответственно, я смогу нажать кнопку байпас, например, выключить хайпас фильтр тот же самый, и использовать только преамп. Ну и следующий раздел это раздел компрессии. Тут мы видим, соответственно, драйв, усиление и density. Это время возврата. Как это работает? Например, если я закричу, сейчас вы увидите, как звук будет компрессироваться. Hey! И как вы заметили, компрессия пропала не сразу. За это, в принципе, отвечает данная крутилка, если, мы, допустим, поставим значение повыше. Хэй! Hey! Hey! Как вы видите, все это произошло намного быстрее. Но, соответственно, для голоса и вокала такие высокие значения не нужны. Следующий раздел это диессер, который помогает нам убрать сибилянты. А другую крутилку не повернуть. Первая крутилка позволяет выбрать частоту, которую нам нужно вырезать, и вторая крутилка позволяет количество. Ну понятно, как это, короче. Это... этого урезания отрегулировать. Если я сейчас буду говорить и уберу диесер вообще, то вы сразу услышите, как. Сразу услышите Звуки да. С -с -с изменились. Только нахуя это все, блять, вообще надо? Если у меня вот микрофон, он подключен без звуковухи даже, просто по USB, он стоит 7000 рублей. Вот те гейт, блядь, который у тебя там. Вот те десер, нахуй. Вот те обрезание, вот те, блядь, выбор частот. Причем еще и не одной мульдатской крутилкой, а я могу выбрать range, то есть от и до куда, блядь. Я обрезаю частоты, которые он, блядь, ничем не хуже. Все хуячит. Вот ревербератор, который сейчас не нужен, там он на нуле. Вот тебе, блядь, любой, все, пожалуйста. Компрессоры. Вот тебе... <coughs> <coughs> Супер обрезанный, блядь, эквалайзер. Вот. И, блядь, очень полезная штука, особенно для моего микрофона Союз 013 f который является узкомембранным микрофоном. И так как это узкомембранный микрофон, который очень хорошо. Нахуя! Передает высокие частоты, все сибилянты на нем очень-очень хорошо слышны. И, соответственно, диесер позволяет все это дело убрать и сделать звуки S, Z, вот эти все шипящие. А вот, кстати, просто вот вот микрофон в звуковую карту подключенный. да вот, Дашин, подороже, получше. Микрофон именно со звуковой карты. Давайте проверим. Ну, там, подруг... там Раз, два, три. Он обработан как бы под Дашин голос. Кстати, мне уже хуже, кажется, звук здесь. Мне он меньше нравится. Здесь что-то... То есть, это типа... Я бы что-то вот... А, тут вообще обработок-то нет почти. То есть, вот эквалайзер, если выключить, то он вот такой. Ну, тут надо убрать какую-то вот... обла а бла 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 Это все равно надо... На любом, мне кажется, микрофоне надо что-то вот так вот подыскивать и подрезать по бу 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 Вот, и так, короче, ты, ну, не, очень-то много, блядь, поебался с этой хуйней. Ну, пускай 10 минут даже, ладно, я не знаю. Понятно, сейчас начнут рофлить, что Моисей, опять эквалайзер, там вообще просто Моисей и эквалайзер, одна вера, один любовь, один народ, один язык. И я, кстати, так еще не очень правильно все делаю, просто <мес> Насколько умею Наверняка можно и получше И плагины другие есть там... Тут чуть-чуть тут... <мес> Не знаю, короче <мес> 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 Ну, хуй знает Блядь, раз-два, жопа Ты яйца Похуй, ладно, я бухой Потом это буду настраивать, блядь, в пизду а, блядь, нахуй. Блядь, чё так жарко? Здесь, кстати, лучше, мне кажется. Далее у нас идет инхансер, который позволяет нам отрегулировать количество низких... Вообще, может быть, надо наушники взять нормальные, а то я в этих, как бы... Может, и хуйню наружу их высоких частот. И прямо сейчас вы можете Давай посмотреть на эквалайзер, я, я его покручу, есть. и вы заметите, как это все меняется даже на эквалайзере. Вот видно, как у нас низкие частоты сейчас убавились, а сейчас они у нас заметно прибавились. И, соответственно, то же самое абсолютно с высокими частотами. Это все тоже видно, слышно и прекрасно да, чувствуется. Да. Это нужно регулировать в зависимости от вашего голоса, в зависимости от микрофона, который вы используете. Мы не смотрели, мир содрогается, металл там пошел по пизде. Мы не смотрели Samsung, мы не смотрели вот этот, скрытую съемку. Вот город Пермь смотрели, песни Вик, вот, вот это все. Вот это все вроде зырили. То есть не смотрели, начиная с девушка увидела скрытую камеру. Видите, грубо говоря, по ситуации. Дальше у нас идет, соответственно, гейт. И, кстати, мне очень понравилось, я как говорю, мягко а и плавно он здесь работает. Окна. Вот прям вообще идеально. Я и да, свои стеклогинами да. почему-то добиться микрофон... такого результата. Не, вот этот микрофон, он, блядь, короче, сука, я что-то какую-то хуйню там наделал, наверное. Вот и все. Сейчас. Он вообще заебись. Просто я что-то там люто какую-то, какую блядь. смотри, вот я все вырубил вообще на нем. Сейчас, секунду. То есть полностью голый сигнал. Может, я просто им неправильно пользуюсь как-то. Вот это, блять, вот. И тут можно добавить. То есть, в принципе-то, заебумба. Вот, это я добавил гейна уже на самой карте. Вот гейт. Гейт-гейт. Gate, gate. Вот компрессор, который усиляет звук. С -с -с -с. Вот DSR добавил. И вот что-то... Просто что-то надо с эквалайзером нарулить по-человечески, потому что я вот сейчас как-то все на отъебись быстренько наковырял. В итоге... Ну, типа, это... Не, не, не так легко все равно все сделать. То есть как-то... Как-как-как-как... Вот, вот это вот, блядь, тысячу, наверное, надо убрать все равно. Хоть она вроде бы и... блять вот здесь где-то. Что-то снизу... То есть это все равно делается не не супер легко. Я не знаю, разве что, если эта хуйня, вообще не надо ее настраивать, она типа супер охуенная по умолчанию, вот этот, блядь, а... как он нахуй называется, предусилитель, ну хуй знает, заплатить за это, при этом 3 миллиона долларов, нахуй надо. Я, кор короче, сейчас сделаем проще, я найду просто какой-нибудь проект, э -э наш с Дашей, и посмотрю, потому что ее микрофон пиздата настроен по звуку вот она, сука, мразь. Полторы, ровно пол... Ну, 1400 даже, не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, Это где-то то ли две, то ли... Да, две. Две, раз, два, три, четыре, три можно убрать сильнее. Ну, то есть все такие стандартные частоты. Вот это надо прибрать все. 5000 Пять тысяч надо прибрать. Вот так. А подожди, это хай ебай, ебаный в рот, а нахуй он тогда нужен? Вот так тогда. Раз, два, три. Ну и все, то есть вот типа это, ну, минут пять, в принципе, если рука набита, где-то вот на некоторых... А, 10 тысяч тоже. То есть чуть-чуть за... разъебался, заморочился и Пенго Альтекно, я Пенго Альтекно. На -на -на. Либо можно просто зайти, сейчас я гляну, что я, блядь, ей нарулил. Бля, нихуя не нарулил. Просто <с> убрал низы. Видимо, зависит от того, как ты его располагаешь еще от себя. Или какой изначально у тебя тембр голоса и, и так далее. У нее там вообще нет обработок. Ладно, похуй, давайте вернемся к моему, мне мое милее. У меня говно. не получалось либо криво руки, либо реально они работают не настолько хорошо, как, допустим, DBX. Гей позволяет убрать все лишние шумы, допустим, если мы сейчас его отключим. Что, блядь, работает не Очень понравилось, как мягко и плавно он здесь работает, вот прям вообще идеально. И с своими плагинами почему-то добиться такого результата у меня не получалось. Либо криво руки, либо реально они работают не настолько хорошо, как, допустим, DBX. Гей позволяет убрать все лишние шумы, допустим, если мы сейчас его отключим. Он может быть и лучше, он просто не стоит тех денег, если ты Алекс Найтмор. Он стоит тех денег, если ты супер джазовая певица, у которой джазовое говно приносит деньги. Вы услышите легкий фон, это шум моей вентиляции На самом деле даже без гейта ее практически не слышно Вот я сейчас, например, говорю, и навряд ли вы слышите там какой-то фон Но этот гейт позволяет ее убрать вообще И, соответственно, вы слышите только мой чистый голос И в паузах, когда я ничего не говорю этот гейт очень мягко все лишнее вырезает и звучит это очень классно. И последняя да. крутилка это просто громкость выходного сигнала, который можно также регулировать. Ну и сравним чистый сигнал микрофона, разогнанный встроенным преампом звуковой карты. Сейчас вы слышите меня тоже без использования DBX, но с использованием VST плагинов. Но ну а сейчас вы снова слышите меня с использованием DBX и все его обработки. Почти нет разницы. Работки. Существует довольно большое количество разных преампов, процессоров, и вы можете посмотреть на их цены. Они могут стоить по 150 тысяч рублей, по 300 тысяч рублей дороже. DBX 286 s на данный момент можно купить где-то в районе от 12 тысяч рублей до 14 тысяч рублей. И за эти деньги вы аналогов подобных... Белые про... шумы. Да, ну типа мне надо не... Ой, знаешь, короче, я занимаюсь хуйней. Я же не... Ну, все-таки надо понимать, что я не профессиональный звукореж. То есть я обычно вот как делаю, прежде чем что-то бахать. У меня наушники, бля, я просто терпеть не могу здоровые вот эти уши. Они неудобные. Я, короче, под свои наушники настроил вот так себе эту самую. По песне Even Flow, Pearl Jam. Вот так вот. То есть я знаю... Я знаю, как она должна звучать. То есть я это все подкрутил уже под, под нее чисто. Ну, то есть, вроде заебись. Вот у вас сейчас должно быть хорошо вообще. Ну, похуй. Я, я типа сделал себе, чтобы в этих наушниках все звучало по-человечески. И все. И, по-моему, компенсировал это... Блять, надеюсь, что компенсировал. А, нихуя. <дум> да похуй. <с> ну, типа... Вам надо эквалайзер повешать на выход. Хотя он там, блядь, вам почти не будет заметна разница. Мне похуй, я панк. Просто не найдете. Это действительно очень качественный, очень хороший прямой процессор. Поэтому, если вы работаете с голосом, с вокалом, что-то записываете, обязательно рассмотрите данный вариант. Можно, конечно, работать и без этой штуки. Можно вешать VST, компрессоры, гейты, диессеры и прочее. Но эта штука все же дает вам очень много возможностей и заметно повышает качество вашего звука. Но для тех, кто хочет поддержать мой канал материально, можете оформлять спонсорскую подписку, где вы всего за 50 рублей в месяц можете стать спонсором канала. Так что там есть другие варианты подписки в описании. Вот нахуя вообще за 50 рублей в месяц, типа, блядь, ну, типа, маленький канал, кто, ну, кто там подпишется? 10 человек подпишутся 500 рублей в месяц, зачем тебе 500 рублей? Это вот только вот хуйня. Сделай нормальную сумму, блядь, там 500 рублей, не знаю. И ссылка на мой Patreon, данный шиналер, Яндекс день. 10 человек подпишется за 500, будет 5000. И также ссылки на все мое оборудование. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующем видео. Зачем вот хуйней такой заниматься, непонятно. Ладно, спасибо. Дашки пиписьки еще раз.